Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видео обзор на вот такой вот шиповник, натуральный, растворимый. И купила я его в фикс прайсе за 77 рублей. Здесь у нас восстановление жизненных сил, природный антиоксидант, укрепление иммунитета и укрепляет здоровье. 55 чашек, 80 грамм. Напиток растворимый, шиповник натуральный, растворимый, порошковообразный. Вот, честно говоря, мне очень интересно, что же там находится. А кто уже люди покупали, они говорят, очень вкусно, очень нравится им, но никто не присылает фотографию, что же внутри, что там такое, какого оно цвета, как оно вообще выглядит. Поэтому я решила сделать этот обзор. Кстати, еще тут написано Фитолайн. Тут тоже, да. Так, состав. Экстракт шиповника. Не знаю, до какой степени это можно перемолоть шиповник, что он становится аж растворимый. Так, здесь у нас по-русски что-то написано. Давайте тоже это все прочитаем. Языке. И также, а нет, тут что-то еще, а ну еще куча всего, короче. Вот. Также тут на картинках способ применения, отрезать, а накрыть и закрыть, то что тут есть штучка специальная, которую можно закрыть, как у цикория, например. Так, способ приготовления. В чашку 150 миллилитров насыпаете 1-2 чайные ложки, то есть это где-то 1,5-3 грамма напитка. Добавляете горячей воды, сахар или сахарозаменитель по вкусу. Да, продукт не содержит ГМО. И давайте же его откроем и посмотрим, что же такое. Закрыть. Он на цвет как какао молочное. Так, давайте наш с вами стаканчик, ложечка. Один. И два. В принципе, вот видите. Кстати, аромат. Вот так вот. Так, аромат там был, знаете, чуть-чуть, наверное, совсем шиповника, а остальной запах конфет каких-то. Каких-то конфет больше пахло. Так, ну здесь он, конечно, такой... как на какао похож, молочный полностью. Ну да, он как растворимый такой полностью. Так на вкус, интересно, какой он будет на вкус, вкусный или нет. Как будто лимонная кислота, ну то есть что-то очень кислое и вроде бы сладкое, как будто конфеты. Но после вкуса такой вот кислинки прямо остается, как будто, знаете, лимонную кислоту перемололи в мелкую крошку, положили туда конфеты, тоже их перемололи в мелкую крошку, и вот это вот как будто получилось. Какой-то там аромат шиповника, ну, может быть, там далеко-далеко, вот где-то там, может быть, есть. Ну, как бы не особо. В основном вот лимонная кислота. Так, и давайте же с вами добавим горячую воду и посмотрим, вернее попробуем, что же у нас там получится, что за напиток такой, чудо-напиток, который так всем-всем нравится.
аромат опять снова вроде шиповника и лимонной кислоты. Такой прям явный кисленький должно быть что-то. Не знаю, но смотрите, он полностью растворился. Хотя вот тут вот плавает какая-то козявка. А, нет, она. Нет, тоже не плавает. Это был комочек. Это, видимо, когда я попробовала, там остался комочек. А по цвету, наверное, я думаю, он стал как черный чай. Наверняка. Вот, давайте теперь с вами подождем немножечко, он у нас остынет. Ну, блин, вы видите, он полностью просто растворился. То есть вообще ничего не осталось. Ну, блин, я все равно, знаете, не понимаю, как можно перемолоть шиповник настолько сильно, что он исчез. Ну, такого же не бывает. Пока он у меня остывает, напишите в комментариях, как вы считаете, что это такое. Мне кажется, ну, это просто, наверное, химический какой-то состав, лимонная кислота и просто какой-нибудь ароматизатор шиповником. Я думаю, скорее всего, так. Все это там какая-нибудь, может, что-то перемолотое такое взяли, которое растворяется, туда добавили, перемешали и как бы вот, пожалуйста, вам. Какая-то там непонятная вкусняшка получилась. Вернее, не вкусняшка, а напиток. Ну, конечно, тут в составе ничего больно такого и не напишут. Здесь вот, кстати, даже находится 280 килокалорий в 100 грамм. Здесь у нас сколько? А, 80 грамм, даже меньше. Ну, целый пакетик вы не выпьете. Ладно, давайте ждать, пока он остынет. И будем с вами его пробовать, тестировать. Что же там такое у нас затаилось, такое непонятное. Ну, наверное, может и вкусное. Попробуем. Уже через секунду. Итак, напиток наш с вами уже остыл. Цвет у него не поменялся. А на данный момент он у меня без сахара. Давайте его попробуем сначала без сахара, чтобы понять более какой вкус и можно ли его пить без сахара, потому что я сейчас в основном стараюсь сахар никуда не класть. Итак, пробуем. По вкусу, знаете, да, что-то такое напоминает шиповник, но лимонной кислоты много, она кислая. Ну, она действительно кислая, но напоминает шиповник, что-то такое есть немножко. Такой, знаете, совсем отдаленный, так далеко аромат. Но кислый. Все-таки шиповник, он не кислый. Он отдает прям шиповником, конкретно шиповником. По сути, откуда там в шиповнике лимонная кислота? Здесь вот, ну, что-то, знаете, такое, какое-то подобие шиповника, подобие. Проще гораздо собрать шиповник. Кстати, дикий шиповник очень безумно вкусный, чем тот шиповник, который у вас вырос в огороде, рядом с огородом, там вот где-то там, где есть люди. Он другой немножечко, а вот дикий, который в лесу, который рос сам по себе, он очень вкусный, он бесподобный. Ну, конечно, он отличается. Такой напиток, наверное, я думаю, можно купить, если у вас нету шиповника, то есть если вы его осенью не успели собрать, то можно вот такое. Но и мне кажется, что там химии все-таки всякой довольно много. Я не думаю, что он будет натуральный. Неизвестно, что такое тут перемолотое, непонятное. Ну и, конечно, не написано, что конкретно там. Может быть, конечно, и сам шиповник перемололи в пыль. Напишите в комментариях, может быть, кто-то уже попробовал шиповник перемолоть в пыль. Может быть, действительно
Такое бывает, но мне кажется, навряд ли. После вкуса остается именно лимонной кислоты, не самого шиповника, а лимонной. Ее прям здесь конкретно больше всего. А можно, конечно, посластить. Давайте, наверное, посластим. Интересно. Лимонная кислота, напиток непонятный и плюс сахар. Интересно, что же получится? Как думаете? Напишите в комментариях. Так, сахарница. Кстати, ее покупала тоже фикс прайс. Очень удобная. Положу одну чайную ложечку. Ну, вроде бы у нас сахар растворился. И давайте этот напиток попробуем снова, уже с сахаром. Вкусный он или нет? Немножечко сладенький. Но все равно вот эта вот кислинка, она остается. Она никуда не девается. Но уже чувствуется, что сладкое. Я думаю, можно тут сахара добавлять сколько угодно, но мне кажется, кислинка, она останется. Либо уж будет совсем сахароприторная. И опять же, эта кислинка может остаться. Но вкус шиповника, ну, где-то там отдаленно есть. Даже не знаю. Честно говоря, я покупать этот напиток уже точно снова не буду. Каким-нибудь образом я его, возможно, допью, возможно, я его еще раз пробую. А как подарок подарить, ну, знаете, что-то такое оригинальное, непонятное, в принципе, можно. Но я всегда стараюсь за здоровое питание. А гораздо будет лучше, если вы заварите натуральный шиповник. Купите там 1,5-2-литровый термос, положите туда шиповник, заварите вечером, и с утра у вас будет настоящий ароматный напиток, где нету лимонной кислоты и чего-то там, какого-то там подобия шиповника. Ну, если же вы не успели набрать шиповник, тогда можно его купить, в конце концов, или уж потерпеть, как, например, делаю это я. Потому что в прошлом году я не успела его набрать. Вернее, я его просто не нашла. В комментариях напишите свои отзывы, понравился он вам или нет. Быть может, вы почувствовали какой-то другой вкус. Или, может, действительно шиповника. Не знаю, почему он вам так сильно понравился, когда там просто практически одна лимонная кислота с самим шиповником еле заметным. Либо, может быть, это действительно надо класть очень много сахара, чтобы что-то там почувствовать. И на сегодня все. Смотрите наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развлекаемся. Также обзоры на продукты с Фикс Прайса, Победы, Светофора, других магазинов, шоколадки разные, вкусняшки, торты, консервы, печенье. Очень-очень много всего интересного. Обязательно смотрите. Также обзоры на технику, живопись, кулинария и много-много всего интересного. Также пишите комментарии, отзывы обязательно. И ставьте лайки. Подписывайтесь, и с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!